Сейчас мы заедем в село Садовое Апостоловского района. Это последнее село, где Юра еще не был, в районе нашем бывшем Апостоловском. Я-то там уже был два раза. Ну, проедемся, я там уже начну где-то за селом рассказывать, что, куда и зачем нам все это надо. Что-то рассвета не видно. Асфальт лучше, чем Апостол. Как будто хутор якось. Ще живуть люди, да? Так. Ухожено. Розводили одного. Ось тобі весь розсвіт. Маленькое, но интересное село. С трассы его не так-то просто и увидеть. Можно подумать, что тут вообще ничего нет. Тут где-то выезд на дорогу, идущий в село Александровка. Это у нас Лужицы. Ну что, доброе всем утро. Сегодня даже не берусь сказать, какое число. Не помню. Ладно, я напишу. Сегодня все-таки решил выбраться, покататься. Юра тоже едет. 10 дней практически нормально не ездил. То дожди, то... Жизнь бывает, конечно, подносит неприятные сюрпризы. Вообще было не до катаний. Плюс еще дня 4 назад заболел. Ну, так, легенько перенес. Не знаю, простуда, не простуда, но... Вроде все нормально. Сейчас, значит, едем после всех этих дел в суточку. Я толком не раскатан. Велик этот давно на нем не ездил. Немножко отвык, неудобно, буду привыкать потихоньку. Значит, поездка у нас сегодня должна быть наполовину интересная, а наполовину нет. Наполовину нет, потому что едем по асфальту. Такое себе удовольствие. Ну а что делать? Ну, а вторая половина, это у нас будет старые карьеры Широковского района, железорудные, отработанные. Там уже у них озера, красота. Также Белая скала. Интересное, очень даже интересное место. Несколько сел, ну, наверное, до десятка Широковского района. Будем считать. Также будет немного брусчаточки. Ну, в общем, классные места. Так что едем, смотрим. Сейчас будет у нас село Александровка Широковского района. Ну, я там в начале года был. Я там толком снимать не буду. Само Широкое не заедем, но будем проезжать мимо. Ну, как-то так. Так, село Александровка. Едем через село, а не в объезд. Центр села. Сейчас можно что-то сфоткать. Подальше поехать. Мемориал, например.
такой рассвет. Даже что-то проклюнулось с леганца. Все, солнце вылезло, будет жарить. Лето началось, жарище. Ты что, чай, кофе будешь? Зараз уже встал я. 22 километра позади. Попили кофе, едем дальше. Так, что за село? Что-то я не помню. Кряжево. Что такое, да? Там водяне слева. С тюрьмой. Подъезжаем к Широкому. 39 километров позади. Хорошо, в принципе, едем. 22,5 среднее. Думал, будет хуже. Но пока ветер вроде в спину. На обратном пути, наверное, будет посложнее. Все, вот и Широкое. Сейчас будем сворачивать направо. В объезд поселка. Дальше вниз, потом вверх. Сейчас пока отдохнем. Не, надо тенек искать. Сейчас пока отдыхаем перед горочкой. Вообще горка такая будет крутая. Надо забраться на нее как-то. Потом поедем к селу Ингулес, Широковский район. Так, поехали. В объезд Широкого. Какая там горка! Шикарнейшая. Лаванда, кстати, цветет. Я когда-то ездил по этому маршруту, тоже было очень много лаванды. Красотень была. Какая хорошая горочка. Давай я пока сфоткаю. Можно и снять. Красота. Соскучился по этим местам. Так-то каждый год сюда езжу, можно сказать. Зирка, Гранд Каньон Криворужский, Белая скала. В этом году тоже планирую Гранд Каньон, и Зирку, и Ингулец, скорее всего. Ну, будем смотреть по обстоятельствам. Ну, можно сказать, заехали. Вот что я тебе скажу, когда было помоложе, мне эта горка тяжелее давалась. Сейчас я хоть более-менее. Ну, сейчас съедем на грунты и начнутся наши основные приключения. Движение плотное началось. Фактически Кривой Рог. Дорога на Ингулец. Едем в селу Ингулец Широковского района. Как я недавно говорил. Переберемся через подвесной мост. И поедем по грунтовочке к Зеленому. Началось село. Юра нашел прикольный гараж. Не драконь, собак. Ух ты! Ух ты! Яка дорога хорошая. Та дальше? Дальше, дальше чуть. Сюда.
ты! Чуть в канавку не въехал, блин. Там красавец подвесной мост. Через реку Инвалес. Там не зирка. Это вон зеленый. Крутенький спуск. Понятно. Доехали до зеленого. Сейчас направо. И опять направо. Там прямо памятник, кстати. Чуть-чуть брусчаточка. Начинается. Сейчас мы едем искать карьеры. Электростанция, что ли? Сколько батарей? Когда я тут ездил, то, конечно, такого не было. Слева еще электростанция. Не, ну прикольно. Раньше такого не было. Красотень, конечно. Не зря сюда маршрут нарисовал. Уже видно всякие отвальчики, карьерчики. Вон там, если будет видно, думаю, будет. Карьеры. Там отвал иголка. Так, туда ехали. До интересностей. Вот что я хотел переснять. Сидуха что торопит у меня. Засралый, блин. Как всегда. Такие обрывы, бачите, у нас дерево тринять. Это ты подивился по интернету. Чи карьер, чи не карьер? На карьер, где-то, не бачите. Ну, да. Да. Карьер,
макет по-любому был. Вон все так само слева оно видно. Вот вся стена обірвана так. І все глибина уходить. Там в этот. Посередині глибина, наверное, дебело тепер. Так, залізти наверх, чи я туди не залізу? Что-то у меня опять интернета нету. Залезем или высоко? О, есть! Есть! А тут есть. Только как спуститься теперь? А тут так круто, знаешь. В общем, у нас здесь где-то Голубое озеро. Может, это оно. Потом еще у нас озеро в нижнем течении балки Зеленое. И еще один затопленный карьер железорудный. Это, скорее всего, тоже был карьер. Ну, похоже, да? В принципе, я думаю, было видно. Сейчас будем смотреть, что дальше. Был бы интернет, я бы сказал точно, что к чему. Но пока ничего нету. Так, сейчас нам туда. Что-то я ничего тут не узнаю, если честно. Да, это Голубое озеро. Все правильно. Тут еще один карьер. Интересный. Мы сейчас его... А? Ага. Мы сейчас его объедем с другой стороны, глянь. Вот оно, Голубое озеро. Я был с той стороны, поэтому я ничего тут не узнаю. Такой аромат стоит. Это даже не передать. Такой классный. А тут я спускался. Я сейчас так выезжал. Как раз по этой дороге я и выезжал. А тут позарастало, кстати, капитально. Тут уже не пролезешь. А я раньше так спускался, до воды прям. Да тут такая размытая, что и не поверишь, что спускался. Что-то мы это озерцо толком и не увидим. Деревьями все заросло. Хорошо так. А вот она. Это горка по деревьям. Можно якось так. Нам сейчас и по берегу. О, так тут еще ничего. Что-то можно увидеть. Ну так, тоже интересно, да? Только надо высоко. О, как-то едется. И где-то сюда. Конечно, проехать тут сложновато. Но можно, в принципе. Вот такие приключения, конечно, получше, чем асфальт.
Так, вижу карьер. Думал, мы его проехали. Сейчас надо тоже сфоткать. Там, гляди, акуратно не свались. Густюча грива. Прямо аж не знаю. Теперь надо аккуратно подойти. Как можно ближе, чтобы не свалиться. А то лететь долго придется. И больно. И навсегда. Вид шикарный. Шикарнейший вид. И... Так, дальше я не пойду, но я в баню. Так густо все позарастало. Ну красиво, конечно. И голубое озеро видно. Думаю, хорошее место, только надо аккуратно тут ходить. Все, выбираемся назад. Теперь едем к Белой скале. Тоже хорошее, интересное место. Разминулись вроде от неожиданности. Даже растерялся, куда его прыгать. Там канавка, там тоже некуда. А, шикарная дорога. Получше асфальта. А сейчас будет вообще потряс. О, красотища. Старая-старая брусчатка. Местами кладки асфальта. Комары, блин, тут, конечно, размером со слона. Зеленые тоннельчики. Приближаемся к Белой скале. Вот она. Культурно. Що це за куст такий красивий? Без поняття. Бо ще десь їздив, він таке бачив. Висока така скала. Состоїть із кварцитів. Можна взяти якийсь камушок на пам'ять небольшой. В
и видно зеленые прожилки такие. Очень потрясное место. Так, ну вот такое место интересное. А мы сейчас поедем дальше. Так, теперь мы едем к Стародубовольскому. Заснимем три карьера, тоже уже затопленные. Там еще какие-то штольни есть, не знаю. Сейчас их искать. Как-то не сильно хочется, потому что жара начинается. Надо хотя бы успеть до такой максимальной жары домой доехать. Проедемся, глянем эти карьеры. Вот у нас гулец. Так, добрались до карьеров Стародубовольского. Не-не-не, мы же сейчас в Стародубовольское поедем. Сбираемся на отвалы. Так, вот карьеры. Вот там, короче, слева где-то штольни. А воды, кстати, нету. У мене желания никакого их сейчас шукать. Це надо, коли трави нема, осені може. Бо це отак десь лізти, отам пробиратися. Сейчас едем ко второму карьеру. Первый вообще без воды. Так, сейчас залезем. Неплохой вид. Так, камера у меня села. Сейчас запитаю ее от пауэрбанка. Буду как-то так снимать. Может подзарядиться еще чуть-чуть. Ну пока, что есть, то есть. О, я про них и забыл. Короче, случайно поставил велоком на паузу. Сейчас у меня 49 километров. У Юры 55. Ну, 2 километра где-то надо будет мне докатывать. У нас там разница с ним была 2 километра. Чтобы хотя бы до соточки. Это у нас Стародубовольская. Магазин, кстати. Не надо? Там воды не надо, все батончик есть. Там у меня просто воды. Воды не давай, у меня щепка есть.
Вот. Если что, дотянем, потом купим. Не проблема. Так, здесь... Стародобровольский интернат. Это у нас по психическим вроде этим. Вот. А там гипотоник раздать. Отвалы НКГОКа. Там у нас отвалы НКГОКа. Поеду, может, скоро в Рахмановку, то засниму их хорошо. Тут у нас Стародобровольская. Сейчас поедем глянем еще один карьер и будем двигать домой. Так, отвальчик и за ним карьер. Не, так, не такой интересный, конечно. Сейчас давай налево. Да карьер заснимем. И домой. А то спать хочется. Всю ночь не спал. Да, тут раньше была табличка «Вода заражена, не купаться». Чем заражена, непонятно. Последний карьер на сегодня. 5 карьеров получается. Приятно, дорожка. Ну, ненадолго. Снова трясемся по площадке. Сейчас будем сворачивать. Сворачиваем налево. Ищем мостик. Навесной. Ой, навесной. Подвесной. Дорожка классная тут тоже. Грунтовочка. Укатанная, красивая. Но немного зароще. А справа иду. Лес течет. Ой, извиняюсь. Что-то меня уже приморило. Какая красота. Тенек. Тут красивые подвесные мосты в этих местах. Да, ингулец. Так, едем дальше. Надо спешить домой. Потому что сейчас как будет печь, так это не передать. Вчера такая жара была. Вечером вообще духотища. Хорош нырять. Ромашек полно. Тут мостик с этой стороны можно сфоткать. Так, ну что, летим домой. А то тут типа посадки, что-то такое. Сюда прямо. Тенек хорошо. Где ты нашел? Местный лес, наверное. О, ветерок, хорошо. Будет освежать. Горка. Блин. А, это новая Латовка. А это новая Латовка. Вид шикарный, блин. Отвал Югока.
перейдем на грунты. Потому что там еще одна горка. Большая-большая. Мне в баню. Птиц сколько. Красивые места. Ветер стал сильный и встречный. С одной стороны освежает, с другой тормозит. Выезжаем на асфальт. Ага. Долгая дорога вверх. Вверх, 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 вверх. Обратная дорога, конечно, это что-то с чем-то. Трасса широковская. Фух. Сейчас доедем до Свистунова. Сходим в магазинчик. Так, что тут у нас? Грязючка. Я ничего не пойму, я этого отвала вообще не помню. Его ж тут не было. Территория АО «Югок». Походу делают отвал. Потому что не было. Его надсыпают. Вот так вот. Вот это не площадь заняли. Ты что тут работы? Я сфоткал там тыкать. Ты опасаюсь, как бы они дорогу не перерыли. Что-то мне это не нравится. Слушай, походу жопа. Ну, что-то мне это не нравится. Что думали, отвал, тут дамба. Может, проедем? Короче, мы даже не сдаем. Доедем до Свистунова, не доедем. Не скажу, уникально так съемка у нас. Чисто случайно. Главное, чтобы выехала на Свистунова. А так, конечно, первый раз такое побачить. Тут, конечно, знатный. Вообще все, нет теперь короткой дороги на Свистунова. Очень жаль. Будем уже по-другому ездить. Зря только время потеряли. Ну да ладно. Что-то придумаем. Понаделывали делов. Сейчас свернули к нашему старому маршруту, когда мы ездили на поиски Родонного озера. Сохранился у меня маршрут в телефоне. Это очень хорошо. Сейчас мы на нем выедем. Мы покатим уже знакомой дорожкой. Это такое счастье будет. Тоже представьте, возвращаться на широкое. Потом ехать опять же той дорогой на Александровку. Вообще никакого удовольствия. Время только терять. Вот так хоть... Что-то увидели новое. И, можно сказать, уникальное. Говорят, строительство дамбы, ну, похоже, блин, на строительство просто хранилища. Там кто его знает, что там за дамба может быть. Посмотрим, вот через 2-3. Вон, кстати, видно, там уже старый санаторий НКГОКа. Мы туда и поедем. Поворот налево. А жарит так хорошо. Почти 10.
НЛО, люди в черном, все такое. Та тихо ты, не гавкай, блин. Пекло, блин, невероятное. Я уже прям ехать не могу. Юра, где-то там вообще позади. 29 градусов. Он пишет. Но мы еще никак до столового не доберемся. Хочется что-то попить. Фу. Заехать на Родоновое озеро, хотя бы морду вылечить. А то это ж невероятно тяжело. На озеро Родоново. Не думал, что сегодня мы сюда приедем, но судьба такая. Надо конкретно остыть, потому что это ужас. Самый настоящий пекло такое, что не передать. Вот она. Не передай словами, какая ты красота. Это прям во. Классно. Так, накупались, наплавались. Едем дальше. Пока не высохли, хочу чуть-чуть проехать. Дебрями едем на дорогу, которая идет к селу. Никак не выедем. Свистунова. Доехали. Сейчас главное, чтобы магазин был открыт. Впереди село Роза Люксембург или Гречани Поды. Потихоньку движемся домой. Температура уже 33. Нам еще ехать и ехать. Эти села я много снимал. Раз, так что. Так, пропускаем, короче. Ух, дорогу сделали. Да. Я аж матюкнулся. Надеюсь, до Калиновки тоже я сделал. Класс. Доехали до Калиновки. Сейчас ее проедем вот так на трассу. Там километров 16 вроде, и там больше. Не, какие 16? До 20 вроде. Так, ну что? Выехали с Калиновки. Дорога, блин, такая еще и камера. Нормально не удержишь. Сейчас мы едем прямиком на трассу. Выедем возле Стелы Криворожский рай. Чуть ад не сказал. И потом поедем домой потихонечку. Значит, километраж увидите в конце видео, как обычно. Подписывайтесь на канал и всем пока. Тут уже батарея садится, не буду заряжать. Все, всем пока.